Адмирал! Там все готово! К моей посадке! Вот оно, вот оно, вот оно! Вот он мой триумф! Оу! 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 Посадка, посадка, тормоз! Экстренная посадка! Отвалилось что-то! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Терпим крушение! Мэйдэй! 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 Блядь! Где тормоз-то, блядь, воздушный? Вы про... Ух! Пухнуло что-то! Тут грёбаная помойка. Не было оповещения о стриме. Долго сегодня еще будешь... Блять, сейчас, сейчас, сейчас. Секунду, ребят. Блять! У меня здесь небольшие проблемы. Я думал, у меня получится с первого раза. Он какой-то трясучий весь. Я не знаю, этот МиГ-29 мне... Ну что в тебя? Достался просто невидимый. Что-то не... Ребят, у меня здесь такое ощущение, что я неправильно залетаю на посадку. Ну вон, он же левее. Второй круг. Заводи, 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 заводи. Молодец. Уши. Ребят, так надо было. Вы не понимаете, так, так было нужно. Адмирал! Там все готово. К моей посадке. Блять, не вышло. Это было так близко. Но я считаю, почти получилось. Так, аккуратно на второй круг. Я помню, как у нас развалился наш МиГ-29. Поэтому здесь поаккуратнее. Я вижу радар. Черт возьми, ребят, это радар же есть в правом нижнем углу. Че вы молчали-то? Вот он. Вот он, адмирал. Я смотрю прямо на него. Адмирал, я иду. А я не чую, что я не с той стороны. А я не чую, что не с той стороны сажусь. На низкой скорости не иди. Прям перед посадкой надо дать максимальной тяги, чтобы в случае, тросы, если тросы. За тормозной трос не зацепишься, можно было бы уйти на второй круг. Трос это с другой стороны! Ёпты! Куда я лечу? Трос это с того угла находится. Хорошо, я их увидел. Так, а у нас какой? Третий круг? Ну, я не разбился. У нас третий круг. Там эти нитки натянут. Это в конце. Где бы я тормозил-то? Не с той стороны, блядь, сели. Я-то думал, мы как на аэродром будем. Вот оно, вот оно, вот оно. Вот он мой триумф. Я, что это за значение? А, это скорость, что ли? Все понятно. Воздушный тормоз. Блять, оторвалось. Наверное, это надо приземление. Опа! Вот таким способом я торможу. Профессионально.
Вот так. Вот так. Почти. Идеально. Идеально. И идем домой. Здесь как, ходить можно? Все. Скиф, пятихатку мне на кошелечек, пожалуйста, клади. Профессионально. Нет, ну сел, сел, жив, жив. Не, ну это уже косяк. А мы же сюда можем сесть, нет? А шасси выпущено? А нет шасси. Шасси забыл. Сука, да вы почему? Вроде бы получается, получается, а мы на пузо плюхнулись. Да его вообще легко будет посадить. Я серьезно вам говорю. Он даже не сваливается на маленьких скоростях. Нихуя себе у него тормоз, я хочу вам сказать. Тормоз лютый у него. Не, это легко, серьезно. Да, я не знал, что у него такой тормоз мощный. Но после того, как ты летаешь на вот этих вот мигах, которые там очень резкие в управлении, вот на этом летать проще простого. Потому что ты даже скорость просто минимальную делаешь, а он все равно, он парит. Он как бы это... Да? Криворукий. Ой, там. Ой, блядь. Оу. 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 Что-то отъебалось. Посадка. Посадка. Тормоз. Экстренная посадка. Блядь. Отвалилось что-то. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Тихо. Терпим крушение. Мэйдэй, 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 мэйдэй. Блядь! We'll be right back.
Второй круг! Второй круг! Газу, газу, газу! Секунду. Это лишь недоразумение. Шасси, шасси! Есть шасси? Сейчас получится. Вон, я вижу следы. Да! Да, блядь! Тихо! А посадка это слева или справа? Нихуя не видно с видом из кабины. Кус, возьми А10С или Хорнет, они проще. Это не сим, это тренажер. На базе этой игрули тренажер делают. Ща, я пытаюсь. Вон полоса, я увидел ее. Где тормоз-то, блядь, воздушный, вы про... Ух! Пухнуло что-то! П! Ух! С первого раза! Я молодец! Правда, шасси развалилось. Ну ты хорош, мужик! Еще остались сомнения, просто самолет сложный, этот ваш МиГ. Пидор, специально это так низко. Перегрев какой-то, не работает пушка. А, повреждена. Ой, я повредил МиГ. У меня перегрев. Не работает пушка. Или патроны кончились. Или меня подбили. Ёбаный насос. А, левый двигатель отказал. А так... Ищем место для посадки. Хорошо. Мне лишь нужна какая-то дорога. Где сесть-то? Я думаю, на этой дорожке, но тут как-то узко. Смотрите и учитесь, ребята. Смотрите и учитесь. Altitude. Ебучий столб помешал. Ребята, получается. Блять, уебало. Уебало. Да почти, ну как же это... Смотри, разворот. И на себя.
Блядь! Где он? Где наш самолет? Ну где-то там плюхнулся. Глуши, глуши, глуши. Ты разогнался, блядь. А хуй с ним. Опа! Ну зацеп был. Ну зацеп был, ребята. Я там тросы порвал. Мы... Уже что-то. Конец надо нос задирать или как? Оно, ой, какой молодец! Ну все, вот теперь я красавчик. Бля, это было так страшно. Смотри, они тросы обратно стягивают, да? Это чё? Это я за первый зацепился, получается? Ну, немножко криво. Да, я явно левее летел, чем надо. И под конец я просто двигатель... Вот, я, слышишь? Я движки потушил нахрен. Потому что мне показалось, что я перелетаю. Я их просто отключил. Херам. Шасси. Выпустил? Да, шасси выпускаю. Бля, ребят, да почему ж так быстро все равно? Ну я же откуда мне еще... П, парашют! Не работает. Парашют это нет. Бля, тихо, все. Порядок. Ну это пиздец, скорость-то высокая. Давай, 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 дружок, давай. Нос выше. Блядь! Я ебу там уебало. Заткнись. Блядь, нет, не надо так делать. Равнее. Зарулите на стоянку. По-моему, у меня движки аж даже заглохли.